Пять заблудившихся грибников вывели из лесов за минувшее воскресенье спасатели Рыбинского района. Среди спасенных и пенсионеры, и молодые люди. Одним помогли с помощью сотовой связи, другие вышли на звук сирены, а кого-то пришлось искать. Почти все вызовы поступили из района Михайловской сельской администрации, где грибов сейчас особенно много. Четыре дня блуждала по лесу 77-летняя пенсионерка, пропавшая еще в минувшую среду. В силу возраста и пережитого стресса она просто забыла, где находится и как ей вернуться обратно. На помощь женщине также пришли спасатели. Различные группы, кто по одному человеку, по два человека, по три человека. И спасатели работали в лесу с 8 утра воскресенья до 4 утра понедельника. Грибов много, не надо увлекаться слишком собиранием грибов. А кроме собирания грибов, нужно всегда замечать приметы. С какой стороны вы входите в лес, да? Где там поваленное дерево, где не поваленное дерево, где есть тропинка, где нет тропинки, есть ручей. Вот такие вещи обязательно нужно запоминать, чтобы потом безопасно выйти из этого леса и вернуться домой.